Товары от А до Я, от кухонных принадлежностей до мотоциклов. Ассортимент широкий, выбор большой. Но здесь можно не только ходить и выбирать, рассматривать и щупать. В этом магазине предлагают товар сразу же тестировать. Например, можно прокатиться на гироскутере или на электромотоцикле. Главное отличие нового магазина «Вольтмарт» в том, что здесь клиенту предлагают совместить полезное с приятным – покупать и отдыхать. Для гостей в магазине есть целый кинотеатр. Взрослые могут смотреть новинки кино, а дети – любимые мультфильмы. Необычностей в этом «Вольтмарте» много. В их числе и новые услуги. Мы запустили омнипродажи, да, это возможность для клиента купить не только с полки, да, магазина, а и с любого нашего терминала, расположенного в торговом зале. Ну, либо просто также удобным способом для него с любого гаджета сделать обычный интернет-заказ. Люди уже активно пользуются услугами магазина «Вольтмарт». Некоторые в один заход покупают сразу несколько товаров. Их устраивает все – и ассортимент, и качество, и, что немаловажно, цены. Магазин разделен на профильные отделы – кухонная техника, электроника, отдел мобильных телефонов и планшетов, где представлены новинки года. Есть уголок и для автолюбителей. В «Вольтмарте» помимо бытовой техники можно найти также велосипеды и новомодные гироскутеры. В целом ассортимент радует покупателей. Большое помещение, просторно. Мать посоветовала, говорит, открытие нового магазина, как бы скидки, привилегии какие-то есть. Цены дешевле, да и обслуживание приятное. Новинки интересные, велосипеды, дизайн. Ну вот маску интересуемся, уже приобрели товар, здесь телевизор, стиральную машину по акции, очень довольны, обслуживание хорошее. Хотим еще приобрести видеорегистратор, пылесос и много что здесь нужно приобрести как бы для нас и... Как бы цены приемлемые. Этот магазин уже 16-й на полуострове. В очереди на открытие другие. Однако где они появятся, пока сюрприз для крымчан. Тем не менее, потенциальный покупатель может ознакомиться с продукцией магазина на официальном сайте. К тому же выбранный товар можно положить в виртуальную корзину, а затем заказать, оплатить и дождаться доставки. У нас действительно имеется новый распределительный центр. Да, находится он в 1000 метрах от магазина. Это позволяет клиенту буквально в течение часа получить свою новую технику, ну, либо по его желанию, да, мы можем ее привезти к нему домой. Более 30 тысяч товаров и немало полезных услуг. В магазине уютно каждому, от ребенка до представителя зрелого поколения. Кому мультики смотреть, а кому покупать, к примеру, новый холодильник. Все по-домашнему, все с заботой о клиенте. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.